хотели помочь виновнику ДТП или его наказать. Это видео активно обсуждается в социальных сетях и даже на федеральных новостных порталах. В Александрове люди прыгали по перевернувшейся на бок после ДТП иномарки и разбивали стекла. Эта авария произошла накануне вечером. Все случилось на перекрестке улицы Ленина и Красного переулка. Предварительно 30-летний водитель BMW X5 пролетел на красный. На перекрестке сперва снес переднюю часть Kia Rio и на скорости по инерции влетел во встречную BMW. После столкновения автомобиль виновника аварии завалился на бок. К нему тут же подбежали очевидцы. Мужчины сперва принялись выбивать стекла черной BMW, а затем перевернули ее на 4 колеса. По всей видимости, случайно рядом оказалась карета скорой. Медики поспешили на помощь. Но, как выяснилось, помощь никому не понадобилась. Пострадавших в этой аварии нет. Что касается действий очевидцев, то на них виновник ДТП в полицию не жаловался. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Водитель автомобиля BMW X5 привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 КОП РФ. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Заявление по факту умышленного повреждения автомобилей, ставших участниками данного ДТП, либо нанесение побоев от участвующих лиц не поступало.